Всем привет! Сегодня мы научимся плести вот такой вот красивый браслет. Это простой браслет изначального уровня. Простой три линии. Для этого нам понадобится три цвета резинок. Мы будем использовать вот эти цвета. Станок. И крючок. Итак, приступим. Устанавливаем станок с красной стрелочкой к себе. Это, скажем так, начало плетения. И одеваем по порядку, начиная с первого столбика резиночки на левый ряд. Вот таким вот образом. По порядочку, одна за другой. Мы одеваем все резиночки. Последнюю одеваем в центр. Теперь мы таким же образом одеваем на резиночки на правый ряд по порядку с центра. Одеваем одну за другой. Теперь мы берем желтые резиночки и одеваем их на центральный ряд. С первой и по порядочку. И последнюю также на центр. Теперь нам нужно одеть зеленые резиночки. Начинаем их одевать отсюда. И вот таким вот образом одеваем на три столбика. И опять следующую вот таким образом на три столбика. И вот здесь мы заканчиваем. Вот это у нас последний ряд. Также мы должны одеть резиночку, которую будем использовать для крепления. Для этого одеваем ее, перекрещиваем и одеваем еще раз. Вот таким вот образом. Теперь мы разворачиваем станок. И приступаем к плетению. Итак, приступим снимать наши резиночки. Снимать будем в том же порядке, как и одевали, вернее, в обратном порядке, как одевали. Для этого мы находим нашу центральную резиночку желтую. Поддеваем наши две резинки, которые служат для крепления, и снимаем сюда на центр. Затем берем следующую и снимаем на центр. И так по порядку снимаем все резиночки. Вот таким образом сняли центральный ряд. Теперь начинаем снимать левый ряд.
Берем резиночку с левого ряда и на центр. С левого ряда сюда. Вот здесь у нас появляется дополнительная зеленая резиночка. Обращаем на нее внимание. Мы оттягиваем эту резиночку и находим нижнюю. Не таким образом, а вот так вот. И снимаем сюда. И также продолжаем следующую. Снимаем сюда. Следующую. И так по порядочку весь левый ряд. Сняли левый ряд, возвращаемся на начало и снимаем правый ряд. Также по порядку, не забываем здесь. Оттягиваем все резиночки и находим нижнюю вот таким вот образом. И последнюю одеваем на центральный столбик. Теперь мы заканчиваем браслет как обычно. Продеваем одну резиночку через все кольца. Для этого продеваем крючок в середину. Вытягиваем резиночку. И одеваем ее на крючок. И теперь мы можем спокойно снимать наш браслет со станка. Вот такой вот получился у нас симпатичный браслетик. Ну, он у нас, если он коротковат, то мы можем его удлинить. В общем, по обычной схеме, допустим, добавим сюда 3-4 звена обычной цепочки. Одеваем клипсу. Вот у нас получился очень симпатичный, с приятными цветами браслетик. Спасибо за внимание. Ставьте лайки всем, кому понравилось. Подписывайтесь на наш канал. Ждем вас на следующих занятиях. Всем пока!